Товарищи, я должен проинформировать вас, потому что я и президиум, мы не можем взять на себя решение такого вопроса. Депутат Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. Сейчас, одну минутку. Мы в президиуме советовались на этот счет. У нас в ходе прений такой возможности не было. Тем более учитывалось, что депутат Сахаров выступал несколько раз. В общем, 7 раз. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, 5 минут. С этим мы вынуждены. Как получится, товарищи? Это не всегда удается. Прошу завершать. Прошу заканчивать. Хорошо. Все. Заберите свою речь, пожалуйста. Заберите. Заберите. Все. Все, товарищ Сахаров. Прошу садиться. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд или прошу нет? Прошу садиться. Хорошо. Все, два... Все. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Передаем утренний.